Ему 85, ей 80, вместе они 60 лет и утверждают, что по-прежнему влюблены. В чем секрет? Давайте узнаем. К центральному дворцу бракосочетаний пара подъезжает на белом лимузине. Это молодой. Альберт Павлович и Мира Николаевна познакомились 62 года назад на танцах в Прибалтике. Лейтенанту-летчику было 25. 20-летняя студентка называла его на «вы». Но представляете, какая наглость женская. Уже целовалась со мной, а меня на «вы» называла. Это же наглость. В 56 году мы встретились на танцах, да. И я ее вытанцевал. И до сих пор танцуем вот так. Расписались через 2 года без цветов и торжеств. Вы думаете, я делал предложение? Я же в авиации служил. А что это, сталинские соколы? Пришел, взял там документы, пришел к ней домой, распишись вот здесь. Вот. Она ничего не могла сделать. Вот так только стояла. И все вот. Мира Николаевна вспоминает, была счастлива и без белого платья. Но он у меня был. Ну не надо мне платье. Ну не надо мне. Ну, а он у меня был. Молодой лейтенантик. И я сказала своей маме. Мама, нет, офицер, нет, никогда. Я говорю, я проживу с ней всю жизнь. Они сменили больше десятка городов, вырастили 2 сыновей. Теперь свидетелями у бриллиантовых молодых их внуки. Классическая церемония. Обручальные кольца, рушник и шампанское. От каравая пара отрывает поровну, так же, как поровну делили эти годы все трудности. Поровну! Поровну! Я лев бык, а я лев обезьяна. Вот и все. Дом это мой. Понимаете? Не цурайтесь грязных полов, не цурайтесь грязных тарелок. Вы знаете, что вы это делаете для него. Внучка юбиляров рассказывает, пыталась разгадать секрет их семейного счастья. Нет никакого ни секрета. Просто они были всю жизнь вместе. Все невзгоды, все радости. Просто люби, терпи. Но в первую очередь любовь. И где-то на что-то, возможно, надо закрыть глаза. Бриллиантовые молодые счастливы, как и 60 лет назад. Говорят, будут готовиться к следующему юбилею – железной свадьбе. Мы эхо, мы эхо, мы долгое. Анастасия Старовой, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьков.